Привет, друзья! Ну что, если вы действительно готовы начать свою новую жизнь прямо сейчас или хотя бы с понедельника, тогда это видео для вас. Сегодня я хочу дать вам одну очень важную рекомендацию и, собственно, хотелось бы, чтобы это закрепилось у вас в привычке, потому что с этим у большинства людей проблем. Сегодня я хочу попросить вас открыться новому и научиться слушать. Я то и дело постоянно сталкиваюсь с тем, что люди говорят: «Я все знаю, я все умею, я это все слышал». Да, понятно. Когда-то в университете один педагог сказал нам: «Не слушайте никогда коридорную кафедру, но самое главное, никогда сами не становитесь коридорной кафедрой». Всякий раз, когда вам захочется поспорить с кем-то, кто достиг большего, чем вы, помните о том, что в этот момент лучше послушать. Постарайтесь послушать и услышать, что говорят эти люди. Вполне возможно, что вы узнаете что-то новое. Ведь если вы будете говорить, то, скорее всего, нового точно не будет. А вот если вы попытаетесь услышать и понять суть того, что вам говорят, это может существенно изменить вашу жизнь. Не надо оценивать других людей в тот момент, когда они делятся с тобой. Каждый раз, когда вы смотрите видео, вы обычно пишете: «Я с этим не согласен, он был неправ». Но ведь этот человек просто рассказывает свое мнение. Он не говорит вам: «Делайте так», он не навязывает вам его. Он просто говорит: «Послушайте меня, я делал так, и у меня получилось». Попробуйте не спорить в этот момент. Знаете, сейчас я стала частенько наблюдать комментарии вроде: «Ой, да что знает эта Ермилова? Два ларька с цветами, блин, два ларька с цветами, что она позорится?» Вы знаете, эти два ларька с цветами стоили нашей команде года жизни работы, около 100 тысяч долларов инвестиций. И если вы сегодня не понимаете, почему мы столько потратили, и думаете: «Боже, что за идиоты?», то это означает лишь то, что вы не знаете нашего плана, и то, что вы просто не понимаете, а не то, что это дурня. Подумайте об этом. Ведь каждый хочет постоянно кого-то уколоть, каждый постоянно хочет бросить что-то в ответку, вместо того, чтобы подумать над тем, что: «Блин, а откуда у этих людей деньги? А как они это делают? А почему у меня этого нету?» Попробуйте услышать, что скрывается за теми словами, которые говорят вам другие люди, и вы узнаете гораздо больше. Впитывайте все, что дает вам жизнь. Вы часто пишете: «Ой, какая картинка не очень хорошая. Скажите вашим монтажникам, пусть по-другому монтируют. Боже, что за звук? Пищит, кричит». И иногда, когда я смотрю видео, читаю комментарии ваши, я обалдеваю. Я думаю: неужели вы больше ничего не услышали? Неужели вы больше ничего не увидели? Кроме того, что что-то запищало или какой-то там контраст. Все такие эксперты, оказывается, в съемках. Просто обалдеть. Неужели это все, что вы слышите? Правда? Слушайте других людей, и вы поймете и получите гораздо больше ценностей. Ведь информация, которая с вами делится, это деньги. Представьте себе, что вы получаете деньги бесплатно. Наверное, проблема в том, что бесплатно. Но все-таки я советую вам на этой неделе открыться новому и научиться слушать. Хорошего дня!